На этом акцент делал глава округа Андрей Львович Иванов, чтобы работа и комиссия была прозрачной, поэтому сегодня у нас средства массовой информации. Но даже без этого работа комиссии она должна быть открыта, прозрачна и при желании в доступе, в общем-то, и родителям, и общественности. На повестке заседания межведомственной комиссии распределение путевок в летние детские лагеря, подмосковный «Горизонт» и оздоровительный «Гагарин» в Евпатории. Члены комиссии тщательно ознакомились с каждой заявкой. Конечно, для нас было это очень волнительно, потому что все документы должны соответствовать нашему регламенту о предоставлении путевки. И серьезная комиссия, в состав которой входили представители общественности, представители культуры, спорта, образования, комиссии по делам несовершеннолетних, управления опеки и попечительства, отсматривали каждый документ, подтверждающий данную категорию. На отдых и оздоровление отправятся дети в возрасте от 7 до 15 лет при отсутствии медицинских противопоказаний. Заявку можно подать в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Бесплатные путевки полагаются детям из многодетных семей, одаренным школьникам, детям-инвалидам, ребятам, чьи родители участвуют в спецоперации на Украине. Но первоочередная категория – это те, чьи родители находятся в трудной жизненной ситуации. Семьи, находящиеся в социально опасном положении, это, наверное, одни из самых сложных семей. Это те семьи, в которых родители самостоятельно не могут организовать отдых своим детям. Более того, они даже не могут самостоятельно зарегистрироваться на получение бесплатных путевок. Поэтому проведена очень большая работа совместно с управлением образования, соцзащитой, с управлением опеки. Кто за? Кто за? Есть ли воздержавшиеся или против? В ходе заседания удовлетворена 121 заявка на летний оздоровительный отдых. В Евпатории отправятся 69 детей, большинство из семей в сложном положении. А в подмосковный «Горизонт» поедут 52 школьника, в том числе 30 из многодетных семей. На самом деле это замечательная возможность действительно для наших детей, для тех, кому может быть действительно необходим отдых, да, требуется вот такая вот перезагрузка перед следующим учебным годом, поехать отдохнуть, кто-то поедет в Подмосковье, кто-то в Евпаторию, вот мы сейчас обсуждали эти лагеря. Действительно замечательно, что такая возможность есть у наших детей. Полина Толмачева, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».